ребят, поехали, короче. Первый матч Skillz против Milky Cow. Вот. Skillz не видел, Milky Cow теперь лично знаю. Так что дело такое. Да, компрессор, я не знаю, как называется, сглаживалку звука надо мне будет. Ну, потом заморочусь, я как бы никогда с ней не морочился. Многие говорили, что из-за этого иногда громко. Но самое главное, что микрофон вернулся, ребят, это просто замечательно. Теперь дело за малым, грейдануть комп еще как бы за это лето, как бы, ну, я думаю, с этим справлюсь точно я моментом. Погнали, ребят, прямой эфир у нас начался. Плюсы ставьте там, видюхи. На улице кипиш непонятный происходит. ASM готов! Ну и не забывайте про поддержку, безусловно. ASM готов! Ну что, ребят, через Milky Cow играет, через ЦЦ-шку, просто с реактором получается, да? Да. Рабочим разведал, увидел, что Nexus. У Skillz какая-то странная позиция абсолютно для гейта, вообще в какой-то жопе мира, я бы сказал, бы он стоит. Протосовского мира. Так, по поводу всей этой истории с подставными матчами с Ревчиком. О, ребят, мне стрим установили на Team Liquid. Просто я, бля, сегодня супер рад вообще, короче. Вот, что все с этим разобралось. В новости апдейт я дал комментарий, Женя она туда добавила, ну и Рева дал комментарий, как бы извинился, вот он в скайпе, ну, написал, извинился. На самом деле, я в свою очередь извиняюсь, ну, за, короче, грубые слова, которые я говорил в отношении револьвера, и вообще меня реально бомбануло днем, как бы, ну, когда все стало понятно, как бы, а Рева там еще пытался как-то, ну, типа он не виноват это все выставить, так вот, меня маленько бомбануло, я за это извиняюсь, конечно, вот. Ну а дальше как бы... Дальше как бы этот... Не знаю, надеюсь, что может смягчат ему там наказание, как бы он, не знаю, ребят, что там будет. Так, интересно, интересный пилон здесь у скилла состоит. Делается, блин, делаются плюс-гейты. Сообщайте, ребят, как там по микрофону будут дела. Так, что со звуком, я смотрю. Трудовым подвигом готово. Громко я для чего-то там звук усиливал, я помню. Очень громко у меня звук. Кона новенького. Вот, а здесь готовится под пуш. Два сталкера плюс три, пять. Занимательная арифметика у Коми, в общем-то.
Обыкновенный подпуш. Я бы сказал. Еще два Stalker Wars. 3. 8 сталкеров. И с блинком можно уже неплохо на самом деле все сделать будет. Но сможешь ли дома отбиться скиллы? Да, я сделал потише все. И звук в том числе, потому что не помню почему, но почему-то я делал звук громко, получалось, забыл, честно, почему. Так, здесь КСМ выходит, странный контроль от скиллс, ему наоборот надо с Мариком идти ближе, а он назад подойдет. Так, Джесс, слушай, я просто на радостях, что микрофон пришел после стрима, быстро сорвался. Ну, мне домой надо было зайти, велосипед не здесь был. Я как бы, ну, там 40 минут, 45 минут оставалось до 6, как бы. А мне надо было еще зайти до дома, доехать туда. Как бы, я успел нормально. Вот. И даже пожрал шаверму. Вот. Нормально. Чини шаверму, геройство. Тоже практически хороший от блинка от минки был. Еще одну скилла с минку убивает, и он пробивается сейчас с милки кау. Вот звук опережает видео. Звук не может опережать видео. Он может опережать вебку, может быть, но видео он никак не может опережать. Это невозможно. Это ты просто покорил пространство время, искривил и слышишь, видимо, все раньше времени. Не знаю, в чем там дело. Вот, короче, Джесс, тебе спасибо. Я обязательно все поставлю. Ну, тут дело такое. Так, о, смотрите. Мне от Близзарда ответ, кстати, пришел, что трали-вали. Короче, ну, вошли они в положение. И все дела. Короче, мы понимаем твое разочарование там и проблема, когда такое поведение. Провели расследование и ценим ваш ответ, письмо, короче. И желаем хорошего опыта в их играх в StarCraft, короче, троллеваем. Ну, понял. Ну, хорошо, что ответили, а то я уж думал, не ответит. Вот. Все, отлично, короче. И стрим на Team Liquid вернули. Ну, слава богу, короче. Все, на... все кончилось здесь. Вот, револьвер сделал абсолютную глупость, конечно. И на самом деле... все равно громкая игра. Сейчас сделаю, ладно, потише, погодите, ребят. Не знаю, почему она так громко. Или микрофон почему так тихо, я не знаю. Так, вот скажете, лучше будет или нет, просто микрофон далеко. Я не знаю, я как бы поставил этот, ну... вращение, что-то я тут крутнул и... просто не знаю, я кручу вот так вот, тут волюм есть. Просто я не знаю, я его громче делаю. Или наоборот, тише как бы. Может, скажите мне, как, куда там, что. Блин, просто задержки, в задержке это тяжело сделать все.
Им на Team Liquid вернули. По богу, короче. Да не микрома. Все кончилось здесь. Да не надо никого взгревать. На самом деле, я думаю, Рео уже давным-давно сам пожалел о том, что сделал. Потому что это было глупостью вообще полной, как бы. Так, ребят, здесь еще один плюс. Наши КСМ атакованы. Спасибо всем, кто его поставит. Ну что, приехал Скиллос смотреть, что же тут делает у нас Милкик. А он то же самое абсолютно делает, с реактором играет, но в этот раз без ЦЦ-шечки. Он играет, как вы видите, ребят, прокси. И кажется, Скиллос это понял, короче говоря, что он играет прокси. Помните, ребят, также, что завтра нас ждет очень такой плотный день, и завтра будет у нас и GSL, и ВЦС, и, короче, мы здесь зависнем надолго, очень надолго мы зависнем здесь. Будет интересно. Опа! Находит Скиллос, где живет его оппонент. Где живет его прокси. А у Милки Кау Supply Block. Оу, он хотел прокси Тора сделать, да что-то у него ничего не получилось здесь. Фактой вынужден улетать вообще отсюда. Еще и она может загореться, и это совсем печаль тогда будет, если она загорится. В Старфорте делается медивак, где 4 Марика присутствуют. Факта улетает, садится, надо вычинить бы ее. Что это? Отпусти, типа. Так, пробивается пилон. Ну что, торт-то будет? Так, тут экс-саплай только летят, мулы вообще не выкидываются. Сейчас либератор будет. По поводу никнеймов, это не ко мне вопрос. Мне тоже не нравится, когда такие никнеймы делают, но не я судья. Хотя не, я тоже судья, но с Юра там с Игордом решают это. У нас Юра там молодых держит как бы в узде всех, поэтому... Ой, три грелки прилетел, но это 2-0 в пользу Скиллоса, ребят, здесь все понятно на самом деле. Так, грелки назад, видите, 4 уже грелки плюс сталкера. Сорби поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает, все ко, и микрофон и стример и ты. И хорошо, что все рассосалось быстро, а могло тянуться. Ура! Спасибо, Сорби.
как выразительно сказал «Ура!» мужик. И он абсолютно прав, что действительно «Ура!» на самом деле. И... Так, еще тут два тура напрягают, все еще неплохо, кстати. А что, заход-то будет сюда наверх? Я не понимаю. Так, белки что-то назад полетели. Что ЦЦХ-то? А, обманул, типа улетела на самом-то деле. Вот она, ЦЦХ висит. Грелки. А, грелками ЦЦХ как раз ищет здесь мил. Скиллос. Привет, Норман 13, все в порядке. Солнце на улице. Сегодня первый летний день у нас, реально, наверное. Я не знаю, какая была температура. Мне даже интересно, что, какая сейчас. Какая она скила. Типа 23 сейчас, но я думаю, к 25 сегодня было. Так прям хорошо сегодня было. Так, ну что, давайте сетку посмотрим. Я даже, ну, реально в кофте на велосипеде жарко было ездить, а до этого не было ни дня, потому что я, например, без кофты ездил. Так, Милка ждет победителя. Скиллос Милка сейчас будет, а Милки Кабу ждет ждать проигравшего. Ну, Илюх, ты слушаешь микрофон уже, вот, да, микрофон ты слушаешь, который, да, работает. И это, да, хорошо, прекрасно просто. Надо смайлик с Ревой сделать. Кстати, идея хорошая, но я не знаю, вот это вот на JS, может, ты подумаешь, или все вместе вот, эту ситуацию с Ревой надо как-то, ну, реально, ДНСом и Ревой вот, в смайлик бы в какой-нибудь превратить, это было бы, я думаю, нормальная тема. Типа, короче, печатаешь, там Рева сидит, там 3-2-2, а потом бах, ну и как бы руки за спиной, типа, что-нибудь такое. Ну или Реву фотку, типа, чик-чик на фоне там этого. Было бы весело бы. Хорош там сраться в чате. Надо подумать, надо подумать. Я подумаю, ребят. Если кто даст идею, гифку какую, первую, вторую картинку сделать, то было бы вы молодцами. Юр, надо Милку искать, что-то Милки не видно и никого тут не видно. Спасибо, короче, Сорби, тебе за поддержку. Спасибо всем за поддержку, пацаны. Не стесняйтесь, поддерживайте, пригодится. По-любому сегодня поддержки. Было достаточно много. Понемногу, но много. В единице Реву 3-2-2. Ну, я думаю, да, можно объединить. К
как-то. Просто я думаю, как бы выразить, типа, что наказали, знаешь, типа вот, что 3-2-2, бах, и, ну и наказали, типа, потом, вот я вот не знаю. Да, типа... Типа УАЗик, и там из него смотрит, ну, типа, Рева, и там он вдаль уезжает, например, вот. Типа того чего-нибудь, короче. Ну, это все сложно как-то, реально. Да, что-то, может, попроще. Милку ищет, короче говоря. Что Милка, блин, не знает, что турнир сегодня, что ли, доигрывают, они, не понимаю. А, знаешь, как можно, GS взять? Типа... Кадр Рева такой, ну, с таблицей в OneFace и в профиль. Ну, или хотя бы фотку найти, так обработать все, и табличка 3-2-2, типа у него как же там номера, там у уголовника. Вот что-нибудь такое вообще было бы зачетно, конечно. Так, конечно, звук намного лучше, блин, потому что это... Ну, не супер профессиональный микрофон, но все-таки микрофон, который 300 баксов стоит, как бы. Ну, он нормальный, он хорош. Блин, вот только мне. Блять, это. Тренога этот что-то. Тут до вебки почти достает. Как-то надо его разместить, пограмотнее будет. Вроде нормально все захватывает, и так слышно, как бы. Вот. Прощать такого нельзя? Да нет, прощать надо, как бы. Людей-то не убивал Рева, как бы, ну. И не... Кого нет? Да, как в таком же стиле, знаешь... С фраером не менее серьезная, на самом деле, тема была, как бы, вот, а... Ну, тут именно я пострадал, что, как бы, да, напрягали. Ну, слава богу, уже и на Team Liquid стрим установили везде, все восстановили, это хорошо. Чувак берет револьвер. Заряжает один патрон, стреляет себе в голову, а на стене брызги крови в виде 3-2-2. Ну, тоже, как бы, самоубийство, да, фактически. Тоже интересная идея. Но если ты такую реализуешь, будет супер. Вообще, конечно, я тебя респектую, да, вообще. Так, да никто и не прощает там из этих. Для меня главное, что, ну, все-таки я его извинился, а не начал в залупу там лезть до конца. Вот. Че
Чувак заряжает один патрон, стреляет себе в голову, на стене брызги крови в виде 3-2-2. Нет, надо так, знаешь, как, типа, стреляет себе в голову, а голова-то пустая, ну, типа, пролетает, как бы, через нее, а там бах и 3-2-2, короче, типа. Ничего, серьезно, Милки, нет? Ну, да, сейчас финал будете играть, да, получается. Что за бред вообще происходит? Новость на главной, что там, смотрите. Ну, Милка, блин, чудик, юдик. Контакт тут сбоку, читаю новости. Чилийский журналист доехал из Домодедова до центра Москвы за 50 000 рублей. Уже ищет его милиция. Чел комментирует, теперь чилийский лох будет нарицательным. Блин, ну хорошо, что все решилось, я даже прям рад, конечно. И прям сегодня вот как-то, ну то есть... Было все херово, а сейчас хоп-хоп-хоп, и все нормально, короче говоря, так. И самое главное, микрофон пришел, ну все, теперь на радостях точно надо. Буду думать, как ком грейдить, что да как вообще. Так, ну что же. Энц, подчеркивание, НН поддержал ваш канал на 100 рублей. Спасибо, Энц, НН. Короче, Милки пока что-то нет. Юр, держи в курсе, а то мы сидим, как что-то ждем, непонятно чего. Вообще. Я же уже говорю, НСК Реалити, я же говорю, ну... Пусть решает Юра и Изард как бы с этим моментом. Я тоже судья, я считаю, что, конечно, да, не очень. На предупреждение хотя бы, да, еще такие никнеймы не делали, матные, по крайней мере. Как мне кажется. Но я не хочу лезть еще вот этим всем заниматься, честно говоря.
Вот. Юрик там гоняет молодых, ну как бы, строит их, пусть там разруливает вопрос. Вот. Так что это к нему ты адресуй, вы там рядом как раз сидите. Он там не пониже тебя. Короче, Милка где-то непонятно где находится. Ну, блин, не переносить же в очередной раз. Пацаны пришли. Пацаны-то не виноват, что Милка, короче, ну, тупит там где-то. Если он знал. Давай-то подождем сколько-нибудь, короче. Не придет, так... Сыграют пацаны БО-5 за первое место. И хорош. И будем отдыхать, ведь 7 утра ГСЛ сегодня. Здорово всем, да, пацаны, еще раз поддерживайте меня и мой канал. Кому интересны стримы, за это всем громадное спасибо. Сейчас пельну рекламку. Мы ждем. Вот. Мороз СПБ. Ну, поживем, увидим, как бы, видите, после фраера ничего не изменилось, на самом деле. Вот, вопрос в другом. Я хотел, как бы, ну, то есть...
Я не буду там истерить и говорить, давайте с Гудгейма выпилим револьвера, там Миша. Я просто хотел сегодня Миша набрать, ну, чтобы револьверу хотя бы галочку поставили до того момента, как он извинится, как бы, ну, и мне там стрим на Team Liquid и везде вернут, как бы. Ну, в Европе все, в Близзардах все поняли, как бы, в чем дело, и... Поэтому, видимо, навечно и забанили, что не просто как бы так, а он дело чужого лица, как бы, видите. То есть это, ну, охреневшая так-то тема. Что в следующем планирую постримить? Я же говорю, в 7 утра будет JSL полуфинал СУ против Классика. Не пропустите, будет крутой матч очень. А в 14.00 завтра начнется ВЦС Юнчопинг. Будем за Блая болеть, за всех наших. Там Аверс, еще кто-то там есть. Стрэндж, к сожалению, с Арктуром не поедут. Стрэнджу визу не успели сделать вроде как. Спасибо, Милки Кау, за 29. Сейчас как раз на лаве поднимешься. Пишет Хэппи Тос в комментариях к теме на форуме про эту всю тему. Представляю, как Рева звонит ментам и говорит, что в аэропорту заложена бомба, а после сказал приехавшим ментам, что это была шутка. И он просто решил угарнуть. Ну да, как-то так звучит. Там угорели все. Да. Ну все, ребят, похоже, финал у нас будет. Че у нас там, кстати?
Да, я забрал-то. Блин, где эта сетка-то, я не понимаю. Скиньте сетку, пацаны, на Good Game. Все, захожу, финал будем смотреть сейчас. Только что 0-2 отлетел Милке. Кау. Милку опять какой-нибудь мама, наверное, увезла куда-нибудь. Ну что, если все готовы, то сейчас будет начинать. Микрофон на вебку лезет, хочет показаться. Ну давайте покажу его тогда сам я. Вот он, мой долгожданный друг вернулся. Там все дела, короче. Вот он, моя рожа. Все рожи. Поехали. Сильно бухает звуки, я не знаю, что или бухает, что-то бухает в звуке, я не знаю, что там к чему. Ребят, бо 5 у нас финал, поехали. Изи 719 рублей для Милки Као просто. Кстати, еще и за 3-4 там есть, то есть лоботрясы не приходят играть, а там еще призовой. Распредели на 1-2, это может. Что за, блин, за дела вообще? Почему Лулу, кстати, не стал играть? Он же сегодня был в чате вообще. Я чуть не понял. А, Минаточ точно будет. Какие еще бахи? Сильно бухает звуки, я не знаю, что или бухает, что-то бухает в звуке, я не знаю, что там к чему. Ребят, бо 5 у нас финал, поехали.
Это, видимо, вибрация от стола идет к креплению, как бы, плюс слышно, как по столу я стучу, скорее всего. Ж микрофон хороший. Да, Клава, Lenovo, все, у меня Lenovo. В наушниках одно ухо сломалось. Там много кукушка комментариев веселых, на самом деле, по этому поводу. Вот. Надо, короче, я не знаю, просто у меня негде здесь его куда-нибудь не к столу бы прибомбить, а куда-нибудь отдельно бы. Ну, некуда. Пока. Что? Что, реперочек минус, ребята. А, понял. На практику уезжаю. Так, кто он там, кем он учится, я не понял. Зэп Браниган, ты что-то не то тут. Так, ну тут скиллос варпит, сталкер чуть-чуть, три гейта, блинк. Но не будет подпуша с пилона. Ну, микрофон хороший, просто поэтому чувствуют. Раньше как бы, ну, не так это все было. Вот, раньше не так это все было, как бы, слышно хорошо. Ну, хотя, не знаю, может быть, я ошибаюсь, и раньше тоже было хорошо слышно. Надо, короче, аккуратнее, надо привыкать теперь. То есть отвык я уже этот привык к деревянному с вебки микрофону, как бы. Вот, и в итоге вы понимаете, да, что вот так вот. Теперь надо привыкать к нормальному микрофону обратно. Соскучился я уж по нему, уж даже думал, конечно, он вернется. Даже уже одного додика выпилил, которого там бомбило, что я, оказывается, всех на деньги обираю, а даже микрофон починить не могу, да? Один там был такой. Вот. Фигня, что как бы у меня в городе не могут починить. И вообще его не могут взять, так и сразу починить. Для этого я в Москву поехал, естественно. К стене прикрытые дырочки сделал. Сейчас я как Брюс Ли двумя пальцами и дырочки сделаю. Пока так не могу я. Надо сверлить там, блин, думать, как, чё, о чём. Так, зашли сталкеры. Хорошо здесь разводит, на самом деле, скиллос. Забыл, я помню, Илюха говорил, что в МГУ вроде где-то там лучше, ну, как-то так, короче, молодец. Чё-то где-то там. Где-то что-то там учится. Так, Алос делает, ребят, здесь прям КСМ-ка стоит и видит, как пробка в районе третьего Нексуса находится. Здесь еще один бункер. Третья цеха. Не, ну пока у Милки Кауч все нормально здесь абсолютно в этой игре. Можно побеждать легко, как бы, по-моему. Кстати, у нас есть преимущество из лузеров, венеров вообще в карту там или нет?
месторождения минералов. Враг познает нашу ярость. Жизнь за Айю! Так, тише звук из игры, да я уже два раза делал тише. Еще, ребят, скажите все, нужно игру тише сейчас делать или нет, потому что я уже сам плохо игру-то буду слышать, как бы, если еще тише делать ее. Вот, можно в целом, конечно, попытаться. Я не знаю, что там попытаться можно. Нет, тише делать, не тише будет, точно. Если наоборот громче делать, то я могу убавить, чтобы вам, ну, мне тише слышать, а вам оставалось громче, допустим, это да. А тише сделать вам, а себе громче никак не получится, получается. Так, ну тут био плюс медиваки, плюс танчик есть, как бы, и что у нас, третий цеха? Да, полетел третий цеха. Донат на всю квартиру. Не, ну поддержка как бы его. Можно. Можно типа браузер тише сделать. Час, как бы я на 50% браузер убавил. Стройка завершена. Донат будет стопудово тише, как его получается. А, ну я вот могу вот так вот. Кстати, я в микшере могу и StarCraft сделать так вот. Сделал на 30% потише сейчас примерно. Так, идет атака от скиллоса такая, серьезно. Где-то там архуны добавляются. Две минки прилетели, 9 пробок. Минус, кстати, лимит это равные практически. Ну, процессу реально много. Здесь я не понимаю, зачем обходить, если можно камни пробить. Спасибо, ребят, короче, за информацию. Я вот StarCraft сейчас через микшер сделал потише, я не знаю. Скажите, если тихо, обратно, наверное, будет. Потому что задержка неудобно, как бы, с задержкой так, в общем-то, разбираться, что к чему. Ребята, посмотрите, здесь, конечно, зелку произошел, но в целом-то Милки Кау отбился, и у него все в порядке. У него 2-2 уже делаются, а здесь по нулям вообще апгрейды. Зелков-то пора отбить. Это ему бы пролетело на обглоданные минералы просто. Ладно, поковыряюсь я потом в микрофоне, может быть, что-то получится там предпринять. Ребят, пушат сейчас еще раз скиллос, но тут легко отбивается тиран. Колоссы падают, все сталкеры тоже все падают. Призмы прилетают, колоссы забирают, пацаны обнаркоманенные бегут сейчас шатать, но не догнали. КСМ атакованы. Улучшение завершено. Так, все, понял. Спасибо за информацию. Как и что? Отлично, что все слышно. Ребят, уже мелкий хау пушит здесь. Ничего себе.
Кажется, он готов выигрывать скиллсы. На, он Мазершип Корт за буквально 50 полей было и 30-80 дэмэджа нанести. То есть почти залпу бы три викинга убили бы. Но все-таки почти не залпу. Надо подводить прирост, что-то тут непонятно, почему не подводится. Он газ догорел, как-то вообще непонятные вещи. Творятся 2-2, грейды на нули, просто прикиньте. 2-2 против нулей вообще апгрейда, это жесть. Так, в тылу колосс здесь был. Пошла атака. Минки копаются, выкапываются, закапываются обратно. Залп минки делают. Прилетают очень плотно. Викинги сели. С викингами накатить. Ё-моё, как же архоны даже на 0-0 грейдах там разваливают жестко. Так, стимится еще раз с Милки Кау. Куда ты там фокусишь? Что ты там фокусишь-то? Убивать просто и все. 87-92. Прирост что-то растянулся жестко. Ну надо вот... телепорт Имморталами сделал. Домой скиллос. Скиллос держится пока. Надо как-то, не знаю, собрать кулак, накопить и... Норман 13 впервые подписался на премиум. Спасибо, Норман 13. Спасибо всем, пацаны, за поддержку. Короче, здесь продолжается давление у нас. И... Ну, правда, такое вяленькое, я бы сказал. Юнитов тут раз-два обчелся. Вот. Но, тем не менее, грейды все еще доминирующие. 2-2 против одной брони. Так, дилка одна вот тут снесло. С помощью либератора и биода. Пилона уж сжимать, надо вынуждать, атаковать, просто идти вперед. Так, идет вперед у нас. Скиллос телепортируется, он прям под либератор. Сталкерами блинкается. Все выпиливает. Три имморталы очень сильно решают. И даже с такими апгрейдами Милки Кау умудряется не додавить. Как-то, блин, не понимаю, как это вообще происходит. Свалил назад. Медиваков. Две штуки все. Но же больше медиваков строить было изначально. Так. Еще два либератора появляются. 3-3 грейды не делаются. Сейчас чем дальше, тем просто... Надо продолжать давить, в общем-то. Тут базу можно снизу просто либераторами подбочить и не париться даже. Так, забегает. Милки Кау еще раз. Нектус блочит. Либераторы. Вот что, зачем они сюда разложились? Ну, хотя там тоже они по зданиям стрелять не будут. 10 цеха с мейна перелетело на дальнюю базу, получается. Добыча пошла. Идет опять вперед у нас... Скиллос, ну либерат. Так, по сталкерам пролетел. Что ж ты боишься-то так, боязливый ты такой, ё-мо. Имморталов много, да, ну мариков-то если много, они по имморталам замечательно. Они контрят имморталов мясо. Куда-то стимится все что-то. Бежит назад, медиваков 7 уже. Неужели вперед пошел уже у нас скиллос? Да, похоже на то. Да встань-то да полечись уже, Милки Кау. Встает, лечится, наконец-таки. Залп Минка делает по сталкерам. И мародел этого архона сразу же унесло, простите. Здесь на мую все идет вперед. Что происходит? Там забегание на дальнюю. Плюс атака в лоб. Милки Кау не может контролить ни там, ни там. Что назад идет? Но полемит все в плюсе. Здесь с стиминками просто на мую сюда можно прийти за минеральную линию, если контролить, конечно, тоже. Там уже 3-1 апгрейды делаются. То есть уже сейчас процесс... Ну, не впереди, но уже будет нормально себя чувствовать. То есть уже эти юнит не будет так пробивать. Привет, Дон Вячи. Что решил Миша Майкер по поводу чего? Я даже с ним не созванивался. Я хотел попросить просто, если револьвер не напишет извинения, объяснения своего, что произошло, чтобы как бы ему либо галочку поставили, либо как пока стрим отрубили. Но он как бы написал извинения там искренне, а не искренне. Это я уже как бы... Проверять не буду и не могу, когда и как тут проверять уже, вот. Так что тут уже вам решать, смотреть его там или как, что делать. Дело такое. Как и раньше, собственно говоря, было.
Так, 149, 39, не понимаю, что тянет-то вообще вот сейчас Милки Кау? Что-то тянет непонятно чего, блин. Так, дроп поржу будет убивать. Ну, первую атаку сбреет, да, здесь. Останется только с тремя бронями у нас. Протс, простите. А для имморталов-то атака, это, конечно, просто ой-ой-ой. По 5 дэмэджа по тяжелым. Больше, это жесть. Ну, от ЦЦХ и вон сюда перелетать, с этой или сюда, вот не знаю, со второй уже здесь добычи вообще нет. Пришел, что-то отдал, здесь зелки забегают. Ну, бункер сейчас поставит, кстати говоря, у нас Милки Кау здесь на дальней базе. Эти мародеры это дохлые, все, ё-моё, их сейчас зелки убьют вообще в мясо. Так, что он бьет призму, все-таки выбивает в итоге. В это время и в лоб атака идет, кстати, и МП проходит не слабо. Надо идти арпунов принимать, что и делает Милки Кау сейчас. Идет вперед, либераторы под эмортлов, под все-все-все раскладываются. Зелки, правда, сверху базу в это время выносят, но зато здесь в центре сбривает, это очевидно становится. Под либераторами просто еще дерется. 84-46, здесь еще дроп на второй базе зашел, не слабо так. Зелки вот сейчас с броней-то они вообще, кстати, ну, очень плотные, конечно, ребята. Здесь выходят мародеры, новые марики, и все это сразу разбирается. Зелки сейчас переагрятся, мариков распрочат, здесь тоже хлам. Один строчит, строчит, ну блин, они режут очень больно. В это время пришел Милки Кау на дальнюю базу, четвертую. Все-таки кажется, он берет эту карту и молодец, короче. ГГ! Ничего себе. Фугас на 18-й. Скажу тебе, что лучше заметить, что нет фугасов на 18-й сделать, чем вообще не заметить или заметить и подумать, типа, всю игру прогорел и не буду так в итоге делать. Не надо так, как говорится. Не надо так. Ой, короче, ребят. Так, пошел инвайт. О, хорошо, чаек заходит. Ну что, сейчас Милки Кау еще по тех лузам пройдет, еще и финал выиграет. Ну что же, погнали вторую карту. Или какая уже, да, вторая карта.
После данного турнира, ребят, так уж получается, точно ничего стримить не буду. Вы, я думаю, меня простите, но призываю всех приходить в 7 утра, ребята. В 7 утра будем смотреть GSL Су против Классика. ПВЗ будет наимощнейшим, безусловно. Вот. Ну и помните, кто на Твиче, что рестрим только на Good Game будет. Так что заходите на Good Game. В 7 утра будем болеть, кто за кого. Кто за Зерга, кто за Процессом. В финале уже ждет победителя Гумихо Гумич, Мишаня наш родной на GSL. Ну и он молодец, очень большой. Что тут говорить? А здесь прокси, посмотрите, здесь прокси. Барак в факту, видимо. И, ну да, Рипер, погодите, Рипер факта. Почему Рипер? Странно, не знаю, думал, реактор будет. Так, здесь пробка сейчас приедет, все, заметит прекрасно скиллос. Вот он приезжает, ага, барака нет, а что же есть? Такой проверяет, что есть. Есть ЦЦХа, есть второй газ, и очевидно, что это прокси, как бы. Будет ли отменять Нексус? Пока что нет. Зато стенку полную делает абсолютно скиллос. Делает еще один гейт. То есть все на одном пилоне, который на внешнюю сторону вешает. Такая сфера, циклон приедет, все выпилит нахуй. Рипер полетел вперед, реактор пошел. Получается, такая стенка и Рипера бросит. Конечно, микрофон сегодня приехал, ребят. Слабо Рипер уже надамажил, кстати, пилон, ребят. Сталкер выходит, Рипер отогнан. Ну, нужен танк, нужны марики, нужен подсветка нужна какая-то. Дома депуха доделается. Нахрена за минералами строить, если нужна стенка здесь? Нужна. Так, здесь обязательно, вот за такими пробками обязательно КСМ-ку прицепил. И пусть она сзади ездит абсолютно спокойно. Что-то... Два старгейта делает скиллос, а кто будет отбивать танки-то, если два старгейта здесь делаются, я вот что-то не понимаю. Так, приходит танк. Так, попёр оверчаш, всех надамажило, но никого не убило, стоит отметить. Так, Мазер Шепкор пролетает. Мариков что-то маловато явно здесь. Где еще-то они? Ну, сейчас Либератор выйдет, и новые Марики прилетят. Так, Либератор приходит, надо сбивать яйцо это наглющее. Что и делает сейчас Милкика. Мазер Шепкор упал. Еще один ближе танчик подходит. Ну, там-то две грелки делаются уже. Опасно это очень. Скан пошел, видит две грелки. Варп не доделался, это очень плохо, конечно. Но без варпа будет тяжко, конечно, развиваться. Но тут не спешит развивать свое наступление, на самом деле, мелкий кал. Ну, тут самый прикол, что даже две грелки здесь выпили всю наглухо. Вот они готовы, эти две грелки. Надо в бункер садиться. Либератор минус, танк минус. Ну, долго-долго развивал атаку вообще. Нам нужно туретки, конечно. Четыре грелки, это уже вообще катастрофа будет. Да, двумя можно вообще в атаку полететь попытаться. Так, марики приходят. Да что туретку-то отменял, нахера? Высадил бы мариков, да отбился бы спокойно. Танки по боку здесь от бункера делаются. Ну, сейчас танчики просто выпилить, конечно, разогреве, и все. Сразу пуш закончен. И это и делает, соответственно, у нас скиллос. Туретка доделась, поздно очень доделась. С этой стороны должна была туретка иметься.
Короче, Милки Кау сейчас игру проиграл по глупости. А ну, это была победа практически для него. Каут он пришел. Ну и все, грелки вперед полетели. Еще две появляются, плюс еще две. На самом деле, как мне кажется, надо было просто еще и кибернетку устанавливать. Эти грелки дома нечем отбить. Можно было туретку успеть настроить, хотя бы одна была бы уже. Ну, с разогревом, правда, одну туретку, грелки просто там райт-клик и жесть. Не, ну ЦЦ кто прохладно так выпиливает, зачинит сейчас Милки Кау или нет? Вообще не видит, что ЦЦ ему скиллос выпиливает, ЦЦ падает, добычи не осталось, ребят, и все печально. Здесь Мазерфур есть, уверчажи, есть две грелки, сейчас еще две будут постраиваться, как саплай блок кончится. Да все, может домой улететь с этими грелками. Да даже и не летя домой, здесь нормально все вообще, в принципе. Две туречки еще пошло. Одну грелку, кстати, отменил сейчас, она секунду буквально не вышла. Так, тут одно здание осталось, это депоха. Вот тем временем находит тут скиллос еще здание. Загорелся старпорт, факта барак улетает, но здесь-то туретки плюс бункер, тоже здания получаются. Так, танчики раскладываются еще ближе. Минералов ровно ноль здесь. Одну грелку Милки Кау на халяву забрал сейчас. Здесь 4 туретки. Ой, решил заэлиминейтить просто, что ли, еще не понимаю. Да, решил заэлиминейтить здесь Милки Кау. Оппонент его. Это опасно было. Если бы Милки Кау среагировал сейчас и прикрыл бы свое здание, у него, может, что-нибудь и получилось бы. Здесь-то вообще дома ничего нет, обратите внимание. Наоборот, танками вперед надо было идти, когда грелки увидел. Ну, что-то сзади там ходил, не понятно, что. Все, две туретки здесь остаются. Да можно их на пофиг выпиливать сами туретки. А где здание-то еще какое-то? Я еще не понял. Так, а пристройка тоже здание типа было? Ну, кстати, вот если сейчас одно было здание, короче, и можно было бы проиграть. Это старый микрофон. Фух. Ну, теперь он новый.
Пристройки. Я всегда думал, что пристройки. В первом StarCraft пристройки за здание не считались. Мне почему-то кажется, что здесь тоже пристройки не считаются. Но ладно, оставлю на своей, это некомпетентной совести. Ну, если чужую пристройку занял, она в твои цвета перекрашивается. Просто я никогда не думал, что пристройка это вообще за здание считается. В первом StarCraft точно не считалось. Улучшение командного центра завершено. Так. Ну тут Проксю делает у нас, вы видите сами. Скиллос. Оппонент его прилетает рипером сейчас и будет напрягать. Ну здесь да, здесь как бы блочит вроде как более-менее минеральную. Зачем сюда вообще прилетел на вот кого рипером, не понимаю. Минус рипер, пожалуйста. Скиллос доконтроливает и молодец. Так, еще одна раз КСМ-ка вперед едет. Ну это ЦЦ, ой, в смысле Нексус проверять. Но его сейчас встретить могут. Причем чисто случайно или нет? Нет, не встречают. Так, вышел циклон плюс малики, ну и просто на самом деле здесь огребает. Наму, просто араку влетел, я просто наму и все развалил. Нахрена так делать? Ну, циклон с этим не согласен. Оракул на ХГ тут улетел. Давай захватывай опять оракул. Оп, хорошо, мелкий кау прочувствовал ситуацию. Молодец, оракул сбрил, но мулом чинись, это, ну, что-то по-буржуйски как-то слишком. Инженерка не делается, ни хрена не делается, минералов много. А дальше-то оракулов чем отбивать? А, еще и старпорт нет. Ладно, викинг добавлялся, допустим, так еще можно было понять эту ситуацию. Так. Ну, вроде как отбился рабочих, некоторое количество как бы потерял, мелкий кал, но жив-здоров пока что. Опять бункер приходит, отменяют, минус 100 минералов, эскейп не нажимается. В это время оракул 12 рабочих выпилит, но это уже все, это уже провал, это катастрофа, называйте как хотите. Что-то, блин, не разводился вначале, потом развел сам себя как-то. Туда-сюда бегал, чуть мелкий кал, и в итоге скиллос рабочих просто немерено наубивал. Еще один оракул залетает, но это точка в этой игре, скорее всего. Так, оракул пытается уйти. Ушел, да, из вижена вышел и ушел. Еще один оракул летит. Причем здесь два циклона стоят. Но надо ими контролить, чтобы вот так вот оракулу наблюдать. Тремя, кстати, можно ворваться и выпилить циклонов, попытаться, если они поля отрегенили. Вот они все висят здесь. То есть, да, циклонами тоже можно захватывать, но а три оракула очень быстро. Одного, второго, третьего по фокусу, они точно победят, даже с таким ХП. То есть, если захватывать, например, красного, его быстро выпилят циклоны, а у них воздушная эта хреновина кулдаун имеет. Сразу не получится следующий выпиль. Так, залетает. Ну тут уже 4, плюс маленький не хочет ломиться. Ну, вот одного выпилил дэмэджа, но в итоге. Ну тут, блин, сталкеров слишком уже много. Гейтов 3 штучки. И сейчас пойдет атака, которая, ну, разобьется об оборонительные порядки получает. Об оборонительное сооружение в виде пилона. И войск, собственно говоря. Скиллс и ГГ будет.
Ну все, да, тут разбирает. Гэй пишет. Милки Кау, ребят, четвертая карта нам нужна, которая может стать решающей, ведь бы опять же. Так, ну что? Говорят, Милка в сети появился. Да задолбали вы уже, ребята. Я не, ну, я судья в главном Старлайне, как бы, и то я единоличное решение не принимаю. Он Юрий спрашивает про ники. Вот. Ну все, поехали, ребят. Скиллы против. Можно вот так вот оставить. Тогда не будет видно никнейма просто. 2-1 повел скиллы, ребят. И у нас четвертая карта, которая может стать последним, если ее сольет Милки Кау, естественно. Так, ЦЦХа попёрла, ребят. Через рипера ЦЦХа в предыдущий раз как-то по-другому все играл у нас с Милки Кау. Скиллы со стандартные, собственно говоря, пилоны. Вот, как, кстати, слышно, когда так отодвинулся, на стул сел. Я думаю, нормально должно быть слышно.
Стандартные пилоны по периметру минеральной линии, чтобы уверчашно их выставлять. Заказан Мазершипкор, Рипер летит вперед, Мазеркор точно успеет доделаться. Кстати, примечательно, что Скиллос не делает адепта, он делает сталкеров. Сталкера постоянно. Вот. Мазеркор не бустит, зря, мне кажется, не бустит. Хотя он все равно успевает к Риперу доделаться, вот он прилетает сейчас. И улетает сразу же. Реперочки минусуются. Прыгал, ничего особо даже и не спалил этот Рипер. То есть, ну хотя Роба видел, Милки Као, это самое главное. 10 Immortal делается, плюс 2 гита. Это похоже на какую-то пуш, это очень сильно похоже на призму, может быть, не знаю. Но та она должна сейчас быть заказана уже, по идее, призма это. Так, сталкеры приходят, их две штуки, все. Минка не там, не на том направлении вообще. Так, не добил. Вот на пожар решил, что дэмэджи другого Марика начнет. И не добил в итоге. У нас его скиллос. Две минки, в общем, надо. Так, еще один иммортал. Нету, два иммортала будет. Плюс еще два гитана, это стопудовый пуш. Но! Надо было идти пилон ставить на медленный пуш и течи. Что тут, призму ждать теперь, что ли? Получается. Так, здесь контроль мариками сталкеров отогнал, а две минкиса вперед полетели. А в сервера, кстати, нет. Если хоть одна закопается, не очень ситуация. Это сразу же будет не очень. Да, призма поперла. Так, две пробки минус. Нахрена выкапывал Милки Као минку? Непонятно. В итоге останется без минки вообще здесь. Медивак сныкался, надо ему лететь. Здесь выход пошел, да, и призма вперед полетела. И то вообще сейчас 7 штук уже будет. Пилонов надо добавлять, всего 13 лимит свободно. Вот еще один пилон пошел, но этого мало. Надо 2 пилона ставить как минимум. Сейчас пойдет варп. Не знаю, что это адепты будут или что это будет. Гиты открываются, как вы видите. Да, адепты варпятся сейчас. На, вперед летит. 4 лимита свободных всего. Это мало, мягко говоря. Так, заходят танки. На, гвардиан врубать. Где гвардиан шилд? Ё-мо. Вот он, гвардиан шилд. И морд уже его сбоку здесь. Хорошие филды, ребят. Это 3-1 в пользу. Скиллоса, это уже очевидно становится практически. 1000 минералов есть. Так, иммортал тут не того убили сейчас, но в итоге убил и танк иммортал. Г пишет Милки Као, ребят, я делаю стоп-старт, поздравляю Скиллоса с победой, Милки Као второе место. Ну, блин, два игрока просто не пришло. Сейчас я вернусь без задержки после стоп-старта, подождите.